Иди нахуй, от твой мать ебал. Смотри нахуй прикол. Куда ебать? Никуда я не пойду, дядя. Я вечно делаю все самое трудное. На этот раз я отказываюсь. Я сказал, иди и лови. Живо! У меня только один вопрос. Какого хуя я подснежник? А во-вторых, я когда открывал прогноз погоды, тоже в ахуе, да, вообще что происходит? Во-вторых, когда я открывал прогноз погоды, ну я не думал, что будет вот такой вот пранк. Да, я вас сейчас тоже сниму. Завтра на шашлыки едем. Мам, I don't need two legs. Что ты лысый? Какуна матата? Это девочка наша, это Лёлечка. Это бусинка чухохвашечка, кушает огурчики. Любит огурчики. Ой-ой-ой. Пошла огурчик кушать. Меня зовут Карим. Потому что строители делают домы. Они людям дают дом, квартиры и двери, диваны. Шкафы, кровати, телевизоры, стеклы, балконы, печки, плита, стулья. Все. Только смотри, чтоб да, на меня катилось. Во-во. Бля! Самый неожиданный эффект бабочки, что ты видел? Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Наш азербайджанский меймун. Где мой нос? Фу, Максон, а чё у тебя тут костыли делают? Чё, инвалид что ли? Какой я инвалид? Я просто в детстве ногу сломал. Вот у меня костыли и остались. У кого это? Ходить на такой приблуде? Ну ладно, положи. Примета плохая. Сломаешь себе что-нибудь. Ты чё, на приколе? Не верю я в эти ваши приметы. Смотри, оп, всё в порядке. Оп! Как знаешь, Вован. О, ну я же говорил, сломаешь что-нибудь.